Мы на месте. Мы приветствуем Павла, интересуемся готовлением диагностики, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой, под ногами, вокруг Павла. Сканирует все 7 тонких тел Павла и находит все. Павла нет подключек, он разгармонизирован весь. У него вся энергия внизу. Понятно, по-моему, куратор Линда, Лидия, по-моему, у него, или Лида, говорила об этом, что ему надо постоянно гармонизировать и синхронизировать. Хорошо, Павел, давайте попробуем сделать следующее. Я сейчас буду давать команды, и вы будете их исполнять. После этого вы сможете самостоятельно эти команды проводить и гармонизировать, и синхронизировать. Если вы ничего не будете делать, у вас будет оставаться энергии в ногах. Вы должны научиться их, во-первых, сбрасывать и распределять. Негативные сбрасываются, а позитивные распределяются по телам. Вера, считай, пожалуйста, какая частота энергии, вернее, сколько энергии и какая частота вибрации у Павла сейчас? 82, 15. И 15. Хорошо, сколько Павлу нужно? 320 и 27. И 27. Хорошо, Павел, вам надо заправлять ежедневно 320% и 27 Гц поднимать вибрации. Я вам показываю, как это все сейчас делается. И на счет 3 в макушку головы Павла начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают, распределяются по всем 7 тонким телам. Усиливаем мощность потоков. И поднимаем частоту вибрации до 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Хорошо. И теперь идет следующая команда. Павел, вы должны давать ее себе и щелкнуть пальцами, когда скажете. И синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Пошла синхронизация. Энергия распределяется, усваивается и циркулирует. Опиши, Вера. Но у него чакры занимают энергии свои места. Угу. Гармонизируется между собой. Отлично. Тяжесть сейчас у него ушла с ног. Все стало на свои места, да? Распределились энергии, да. Хорошо, я обращаюсь к Павлу. Павел, как вы себя чувствуете сейчас? Говорит, что теперь силу чувствую. Вот, хорошо. Чтобы их всегда чувствовать, повторяйте это упражнение. Все, мы возвращаем вас назад, ваш биоробот, и будем сейчас переходить к вашей квартире. И я даю команду. Для усвоения вибраций возвращаем тонкую копию Павла в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошла синхронизация. Готово. Хорошо, Вера. И отключайся от Павла и перемещайся к входной двери квартиры на счет 3. 1, 2, 3. Ты стоишь перед входной дверью. Я на месте. Хорошо. И я, входи в квартиру, на счет 3, 1, 2, 3. Я даю команду на счет 3 по всему периметру квартиры и устанавливается в большой комнате. Здесь холодно и пыльно. Холод и пыль. Сейчас будем искать причины. Рептилоид в клетке. Хорошо. Рептилоид в клетке. Только один рептилоид? Сейчас смотрю. Но это его энергия холодная какая-то. Угу. Установки его здесь. И я даю команду на счет 3 выстраивается от рептилоида канал ко всем другим ответственным, которые связаны с этой квартирой. 1, 2, 3. Все притягиваются, становятся рядом. Два Грея. И Грей, за обман вы сегодня будете наказаны. Вы знаете, что я не люблю, когда из меня делают идиота. И когда я пришел в квартиру, и вы мне мимикрируете, за это я сожгу сегодня все, что вы принесли. Смотрим дальше, Вера. Кто у нас еще?
Он говорит, что мы не мимикрировали, мы пытались снимать. Все Почему равно уберешь. вы в клетке не проявились сразу? Почему я должен был выстраивать канал? Что это, не мимикрация? Что это было? Проверяли меня? Хорошо, я вам покажу, как я реагирую на проверки. Хорошо, Вера, у нас один рептилоид и два грея. Кто еще у нас там? Посмотри, где воронки? Сейчас, секунду. Здесь бес, две воронки и арахноид. И арахноид. Хорошо, арахноид, я тебе даю команду сейчас, ты выходишь. Собираешь всю паутину, все, что ты оставил в этой квартире, возвращаешься в клетку и докладываешь о готовности к проверке. Если проверку пройдешь, отпускаю тебя на свой уровень. Если не пройдешь, сгоришь. Приступай. В коридоре у него, в шкафу. Ну да, любимые места. Паутина. В туалете. И кухня. А где он в кухне был? На потолке? В углу? В левом? Потолок полностью у него. Полностью, хорошо. Арахноид, как долго ты находился в этой квартире? Год и 3 месяца. Год и 3 месяца. Хорошо. За что ты был ответственен? За какой отток энергии? Как оно на физическом плане проявлялось у Павла? Ему непонятен вопрос. Ты какие энергии воровал в этой квартире? Он не знает, кто из них Павел. Хорошо, хозяин в этой квартире есть? Есть. Человек. Ты установил свои ловушки. Какую энергию ты воровал в этой квартире? Вопрос понятен? Не слышу. Любую. Любую. Ладно, хорошо. Так, возвращайся в клетку, как все снимешь? В шкафу у него инкубатор. А, там установил. Хорошо. Пауки. Не пищат. Принесён. И что мне делать? Он успокоит. Хорошо. Убрал все? Да. Хорошо. Благодарю. Так, арахнует. Больше ничего не осталось в этой квартире? Все здесь у него в клетке. Хорошо. Я сейчас буду тебя отпускать. Я предупреждаю, я буду закрывать, запечатывать эту квартиру для космических, для низковибрационных, поэтому ты сюда больше не зайдешь. И я прошу тебя больше не приходить. Тебе это понятно? Да, понятно. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Открывается наверху против часовой стрелки портал на чистоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту безболезненно, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Под воронками открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Они улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Считай уровень у беса. 7. 7. Бес как долго в квартире? 30 минут по порталам хожу, выхожу. Хорошо, покажи мне, где порталы в этой квартире. Выходи. Собирай все, что ты оставил. Одеялки собирай, комочки собирай. После этого я на балконе. А что там на балконе, расскажи? Стена. Портал? Стена. Боковая. Вижу. Хорошо. И... по всему периметру этой стены открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И засасывает туда этот портал. Вместе с ним уходит фантом этого портала. Все микрочастицы портала. Все засасывается. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Пошли дальше. Входная дверь. Входная дверь. И по всему периметру входной двери внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот портал засасывается туда. Вместе с ним засасывается и фантом портала. Все частицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Ванну зовет он. Пошли в ванну. Стена или под ванной? Стена. Понял. И по всему периметру ванны внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И засасывает туда эту воронку. Вместе с ней уходит фантом этого портала. Вместе с ним уходит все микрочастицы этого портала. Все на переработку в чистую первичную энергию. Носится, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Поехали дальше. Такая маленькая... Дальше он на кухне собирает. Хорошо. Бес, ты получишь за это весь негатив, который я соберу в этой квартире. Ты уйдешь не с пустыми руками перед тем, как я здесь все закрою. Так что все будет нормально для тебя.
Я ценю кооперацию, когда мне помогают. Много негатива. Много негатива. Он показывает его. Хорошо, мы соберем это все, не беспокойся. Но Грей ничего не получит. Как соберешь, возвращайся в клетку. Где Грей установили, Вера? Все, что установили Грей, загорается ярко-красным цветом. Один, два, три, ты видишь, это четко и ясно. Ну, я и так вижу. В комнате, в спальне маленькой. Пустая она. Она пустая, и там стоит установка, да? Там стоит установка. И, значит, три, я даю команду мощнейшим энергией, импульсом энергии, сжигая все эти присадки. Один, два, три. Готово. Хорошо, открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Этот комок улетает с пеплом в галактическое ядро. Вместе с ним уносятся все частицы, которые остались от энергии, которую выделяла эта установка. Засасывается туда и уходит. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Вот так, Грей, это делается. Понятно? Я предупреждал. Когда вы приходите, и вы это отлично знаете, вы должны выйти вместе с рептилоидом. Иначе я сжигаю всю, вплоть до вашей тарелки. Но я вам ее сегодня оставлю. Если вы еще один раз такой сделаете фокус, попробуйте еще раз меня обмануть, я ее сожгу. Вам это понятно теперь? Все видят, они понятны. Хорошо, Вера, давай поднимись над квартирой 1, 2, 3. Появляется в твоих руках наш мобильный лазерный сканер Плеяд. И просканируй квартиру, что еще осталось на чистоте. Беса, Греев, рептилоида в этой квартире. Или арахноида. На их частотах ничего нет. Хорошо, другого ничего нет? Проверь все остальные частоты, что-то еще осталось, где-то негативно. Есть замет... энергии. Есть энергии. Хорошо, эти энергии мы пообещали бесу. Все, отпускаю. Открывается наверху портал на частоте рептилоида против часовой стрелки. Он забывает дорогу назад, если придет, накажу. И рептилоид уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. И открывается против часовой стрелки портал на частоте Греев. 1, 2, 3. Грей уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Еще раз встречу, накажу. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Из каждого уголка этой квартиры, пола, стены, потолка, которые здесь насобирались. Все наматывается в шар, и шар останавливается автоматически, когда 100% этого негатива будет собрано в этой квартире. Здесь какая-то холодная злость наматывается. Шар. Холодная злость. Бес, скажи, а что это такое холодная злость? Объясни мне. Как эта энергия вообще, как мне ее понимать? Он знает вообще такую энергию? Это негативная энергия злости, которая исходит от человека. Накопленная здесь. В этой квартире. Хорошо, понял. Готово. Хорошо, большой шар получился? Большой. Без? Заберешь? А как же? Конечно. Отправляя бесу, как я обещал, в клетку уходит, забирает все с собой. Хорошо, бес, все, ты понял процедуру, мы тебя отпускаем сейчас назад, больше сюда не приходи. Найди себе новое место обитания, мы все будем здесь закрывать. Все понятно? Да. Хорошо, открывается внизу против часовой стрелки портал на частоте беса, 1, 2, 3. И бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, 1, 2, 3. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, клетка пустая, Вера? Пустая. Открывается под ней портал в галактическое ядро, и она улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатаю, растворяя. Хорошо, и я на счет 3 открываю по всему периметру квартиры поток абсолюта. Любви, энергии отца. 1, 2, 3. Пошел поток. Сжигает весь негатив, который остаточные энергии остались в этой квартире. Все в первородной, чистой энергии превращается.
и свет останавливается автоматически, когда 100% негатива в этой квартире будет уничтожено. Ну, туда сейчас любовь и теплота идет. Замечательно. Это самая сильная энергия. Любовь и теплота. Наполняем всю квартиру этим светом божественным. Любви Отца. Готово. И мы благодарим поток Абсолюта. Посылаем нашу искреннюю энергию благодарности и отключаем его. Свет остается в этой квартире, которая присутствует и действует дальше. Хорошо, Вера. И на счет три на входную дверь, на каждый пол, потолок, стену, каждый угол, окно, балкон. Один, два, три. Активируем эти печати. Готово. И на счет три в моих руках появляется шар энергии Атмана. Один, два, три. Шар в квартире появился. И я заливаю всю квартиру этим светом Атмана. Один, два, три. Остается в этой квартире. Готово. Дополнительно устанавливаем защиту. Не требует подзарядки. Защита действует. Защита активирована. Есть. Хорошо, Вера, мы закончили. На счет три переносимся к входной двери. Один, два, три. И отключаемся от квартиры и переносить в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, пойдем. Я на месте.